Вот они! Ну и как? Или вы сегодня не даете? Даем. А какие запитания? Ну, какие эмоции у вас? У меня взагалі никаких эмоций нема. Я уже втомлений. Я коли ми слухали результати, що деколи, в мене вже ніяких емоцій не було. Тільки коли сказали, що коньяк зайняв друге місце, тоді Кріштя поїхав. Трішки порадувався. А так взагалі емоцій вже нема. Вони закінчилися вздовж сезону. 0,5 бала – це було взагалі. Ну, дело в том, что 0,5 балла – это 0,5 балла, и это все равно победа. Ты понимаешь, это вот как счет 2-1 в футболе, да, там? Да, бывает так же, миллиметры вот миллисекунд. Один, да, ладно, мы пьяные, в смысле, не пьяные, мы не пьем. Так, мы просто опьянили. Ну, вы рады победе? Конечно. Мы к этому шли. Вот. Тренировки наши, командная работа, как мы и говорили в прошлый раз. Каждый на своем месте, разнообразие знаний участников команды. Вопросы, которые, да, мы не все знаем, и что где когда трясли. Вопросы, это, в общем-то, близко к провалу. Но мы над этим работаем, что где когда тоже нужно дорабатывать, и мы в процессе. Потому что на самом деле могло бы быть тоже 5 где-то правильных ответов. Могло бы. Ну, короче, мы победили, и на сегодня это главное. Все, хорошо.